Привет всем. Привет, я хотела бы задать вопрос. Да. Я хотела узнать, почему я, как Наташа, боюсь мужчин. Почему какая-то боль внутри возникает у Наташи, и с чем это связано? Это связано ли это с отверженностью, страхом прожить какой-то болевой опять опыт? И если это так, то как это проживается, чтобы ушла такая реакция? Еще раз можешь сказать, о котором ты говорил? Страх перед мужчинами, страх идти. Я как Наташа. Я, как Наташа, боюсь идти в отношения с мужчинами, потому что чувствую боль опять, чувствую страх опять пережить боль. Ты как Наташа, как кто боишься? Ну, как то, что думает, что есть опыт в этой теме, как память. Как она может бояться тогда? То, что сейчас боится, оно не может бояться. То, что сейчас живет, оно не может бояться жить. Перестань листать свои книги. Если ты будешь знать, что в лесу страшно, и без света тоже страшно, то что будет? Ты в лес не пойдешь? Пойду. Пойдешь. То, что тебе не дает проходить опыты с мужчинами. Получается, что каждый новый момент проявляется, но некая вера в страх отдаляет этот момент. Я верю в память, чем доверяюсь текущему моменту. Но веришь в мысли, которые ты пересчитываешь, перечитываешь у себя в жизни. Вот случилась какая-то ситуация, чтобы сделать шаг, ты используешь ум. Да. В уме записано, что делать шаг – это опасно. Как убрать эти страхи? Делать шаг. Не бояться. А мысль, что нужно идти в боль, что-то проживать, то, что всплывает, это надо делать. Но что такое идти проживать? Проверять, удостоверяться, правда ли эта боль есть, правда ли эта мысль, может быть, она ошибочная. Как ты можешь идти в боль, которая еще не наступила?
Никак. Есть боль, которая была. Туда нет точно смысла идти, в ту боль, которая была. Ты идешь в новое. Жизнь — это как испытание. Ты идешь в жизнь и испытываешь себя. Что произойдет? Ты не знаешь. Предположение у тебя есть. Ну, все, используй то, что дает жизнь, ты его используешь, испытываешь момент, который тебе дала жизнь. Идешь в опыт. Эгоист боится сделать шаги, потому что он боится умереть. Эгоист боится, потому что с ним была боль. Он проживал некий опыт чего-то. Ты прожила, и ты боишься опять прожить то же самое. Ну для чего ты здесь тогда, чтобы не проживать? Проживать. Ты здесь, чтобы проживать. Проживай. Любой опыт, ты же не ну, ты научилась отказываться от каких-то опытов. Какие-то опыты проживала, и то случайность. А от каких-то ты отказывалась. Потому что был страх. Жить. Страх свободы. Был страх идти в опыт. Посмотри на детей, как они живут. Они обезбашены, они все испытывают на своем пути. Разбитая коленка, разбитый лоб, вкус, горькое, горячее, холодное, все что угодно. А ты уже боишься, ты пользуешься знанием. Холодно, не надо, горячо, не надо, горькое, не надо. То, что тебе говорили, не надо, например, горькое что-то, да? И ты это не пробуешь. И не пробовала никогда. Тебе сказали горькое. И с того момента ты ни разу не пробовала, не соизволила попробовать самостоятельно. Пробуй вкус. Тебе сказали горькое нельзя. Время уже прошло. Возьми, попробуй. Ощути свой вкус. Собственный. Имей собственное мнение. Не имей мнения других людей. Зачем оно тебе надо? Так же и с мужчинами. У тебя есть собственное мнение. Да? У тебя был какой-то опыт. Страшно. Не все люди такие же самые. Каждый мужчина – это другой. Как ты можешь оценивать одного человека, да, и сделая оценку этого человека, ты даешь всем это имя. Ну да, глупо. Глупо. То есть откидывать страх, все равно идти каждый раз в новую неизвестность. Страха-то ну. Нет, есть предположение страха, и пока ты не пойдешь в опыт, страх будет тебя преследовать. Только ты идешь в опыт, страх исчезает. Потом у него нет силы над тобой. Потом он будет искать новый способ не разрешать тебе делать то действие, которое ты хочешь. Как он может искать? В голове все, что у тебя есть, и он будет искать то, чего ты боялась.
И у тебя на пути там, допустим, что-то случилось, и он нашел то, чего ты боялась, и предложил тебе это. И говорит, видишь, нельзя этого делать. Да, нельзя. Это как может быть такое, как мама, да, кричит на ребенка, я не сунь руки в воду, она кипяток. И кран течет, а он не знает, какая вода. И он хочет засунуть, и ты ему опять не засовывай руку в кипяток. Он боится. Третий раз он не засунет. Сам кран откроет и скажет, мама, иди попробуй воду. В прошлый раз ты предложил записать, что каждый себе разрешает, что запрещает. Ты сделал? Да, я начала делать, и я поняла, что мне даже не имеет смысла писать, что мне можно, потому что я себе запрещаю, это было практически, это было все. Запрет на жизнь, запрет говорить правду, которую я хочу, запрет делать все, что как и я хочу, то есть запрет проявляться, быть собой. Ну, прикинь, твоя жизнь. Это просто пиздец. Пи-пи-пи-пи-пи. Говори, пи-пи-пи-пи. Я буду пикать, а ты будешь говорить. Я на Алену посмотрела, я не буду сейчас в это Пи-пи-пи-пи-пи. Хотя... Да. Получается, что раз такая штука происходит, то нужно более внимательно смотреть, как в каждый момент, что я хочу сделать, и как я и как появляется запрет. Ну вот смотри, у тебя вдох есть, а выдоха нет. Или наоборот, выдох есть, а вдоха нет. Может ли человек жить вот так? Ну ты на одном каком-то вдохе или выдохе живешь. Кому такая жизнь понравится? Поэтому ты должна дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. И здесь нету, как сегодня я общался с человеком, он говорит, должен быть баланс. Нету никакого баланса. Иногда вдох короткий, выдох длиннее, или наоборот, вдох короче, выдох длиннее. Ты же не регулируешь это происходит. Ну, чтобы вообще только делать вдох, а выдох не делать, так же невозможно. Поэтому вот эти два столбика у тебя есть, и добавляй туда можно. Берешь то, что нельзя, и добавляешь его можно. И с этого столбика переставляешь можно. Но Есть? кроме как переписать, это еще надо сделать, начать делать. Ну да, конечно, а что ты просто написать хотел? Сказал, что будто это надо просто написать. Но если ты Это даже делать напишешь, надо. ты уже будешь хотеть это сделать. Любое нельзя, напиши можно. Там, где можно. Напиши, и ты уже будешь об этом помнить, и тебе уже захочется это сделать. Это ты себе разрешил. Там было не разрешено, а здесь будет разрешено. Оно отсюда, где не разрешено, исчезнет и перейдет в разрешено. Даже если просто написано на бумаге. Да, это как программа будет. Это ж программа была написана в тебе точно так же, как нельзя. Но было написано кем-то. А сейчас ты напишешь сама в себе программу. Можно. Точно так же с мужчиной. Нельзя, а здесь уже можно. Это не говорит о том, что ты станешь проституткой. Это просто можно. И ты идешь через чувства, можно. Я могу, и я тогда начинаю чувствовать,
это мне подходит или не подходит. Я чувствую, подходит, не подходит. Это не говорит о том, что можно, 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 можно. Или нужно, 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 нужно. Нет. Тогда ты раскрываешься, и ты такая, а, вот этот я уже его вижу далеко, что нет. Его нельзя. А этого можно. Страшно так жить. В смысле страшно? Ну, вот смотри, мы стоим на 30 этаже, да? И я тебе говорю, можно прыгать. Понятно, что здесь нету смысла, потому что ты сделаешь один раз, и все, больше, ну, у тебя не будет возможности делать, можно, нельзя. Попробовать себя. А есть такие вещи, которые ты говоришь, да, страшно. Это что, все? Ты закончишься на этом, когда ты сделаешь? Это такая вещь, как с 30 этажа? Все, тебя больше не будет? Буду. Будешь. Значит, все делаешь. Себя узнавать. Ну да. Ну, ты через чувства какие-то узнаешь себя новую. То, что ты запрещала себе не познавать себя, например, да? А тут ты начала познавать себя. И это можно. Ты такая, ничего себе. Перец нельзя было острый. Ты такая, все-таки куплю и попробую. Что такое перец острый? Как ты найдешь собственный вкус? До сегодняшнего дня можно, нельзя, не ты решала. Угу. А здесь ты начинаешь решать. Попробую. Говори, нельзя, а я попробую. Говорят, мясо нельзя кушать, а я попробую не кушать. Значит, с маленьких моментов, потому что растерянность, с чего начинать? Потому что если... Запреты жить своей жизнью было много, давно. С чего угодно начинай. Ты не найдешь, ты что, представляешь, ты сейчас найдешь свое начало. А где ты найдешь свое начало? Оно есть? Не существует твоего начала. Рождение – это не твое начало. Потому что посмотри, с того момента каждый раз ты менялась. То где твое начало было? В момент, когда тебе было 5 лет? Или в момент, когда ты родилась? Или в момент 12 лет? Или в момент 7 лет? Где твое начало? Или в момент сейчас? Нет, начала не найти, да. Не чувствуется. Сейчас проявилось, вот есть начало, и оно исчезло. Все. Вот твое начало было и конец. И поэтому исчезнет вот та, у которой было начало и конец. И она боится, что с ней что-то случится, и она потеряется. Ну да. И все. Ну, разрешай себе теряться. Но помни, что это не с 30 этажа вниз. Один раз и все. У тебя может такое представление, что один раз сигануло, и все, и тебя уже нет. Но это не так. Свет выключили, да? Ты была в темноте. Это ж не конец был. Видишь, опять светло у тебя.
Ну да, я испугалась, что проводка сработала, а Мирослав просто из розетки вытащил вилку. Я видел, что ты испугалась, что уже все. Да, опять. Да, да. Да. Видишь, не началось. Значит, все-таки ум обманывает. У него представление есть, а он еще не узнал об этом. Ему самому интересно узнавать что-то новое. Даже так. Ну, конечно, ты же, если бы ты один раз попробовала клубнику, он бы больше сказал, все, больше клубнику не покупаем, все, я уже попробовал. Но если понравилась ему клубника, он говорит, давай еще, вкусно было, давай будем покупать, кушать. И ты покупаешь, кушаешь. Сейчас Наташа хочет пиздануть. Это ж жизнь хочет узнавать. А при чем тут ум? Ум не... Или... Ну, как ты Или думаешь? Жизнь ничего не хочет. Жизнь живет в глазу, а жизнь не живет в уме или что? Где-то есть место, где нету жизни? Что-то везде жизнь. Везде жизнь. И если есть место там, где нету жизни, оно рассыпается и появляется новое, что-то жизнь создаст. Твое тело, например, да, когда-то придет в негодность. Жизнь типа выходит из него, она рассыпается и создает новое что-то. Ну, допустим, топор будешь. С глаза будет топор, и твоим глазом будут рубить что-то. Острый глаз называется. Получается, что желание ума, просветления – это просто очередная игра жизни. И пока она ей не надоест, а просветление как таковое не наступит? Ну, в кавычках просветление. Я не понял тебя вообще, о чем ты сказал. Наташа гонится за морковкой. Жить как Вася. А раз жизнь – это ум тоже. Так ты же живешь, ты ничем не отличаешься. Только ты понимаешь, ты видишь, что как а ты... ум играется. А я играюсь, но я этого не замечаю. Я иду на поводу ума. Ты просто не хочешь это видеть, и все. Ты же это живешь точно так же, как и я живу. А когда включается вот это захотеть видеть? Ну, когда будет вдох, выдох, вдох, выдох. Поняла. Хорошо, вдох, выдох. Наташа, я захочу вот так вот жить, в какой-то момент клац, 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 и так начну. Это тоже жизнь так живет, это сейчас, играет? Это сейчас идет предположение, что если ты захочешь, то получится ли у тебя. Ты давай начни делать, а потом поговорим. Хорошо. Так бесполезно. Рассуждать. Мы когда пойдем в баню, и там надо будет в трусах ходить. А пришли в баню, а там все без трусов. Ой, зачем мы взяли трусы в баню с собой? Не надо было брать. Блин, зря тащили. Ой, а я не пойду в баню, потому что здесь без трусов надо. А я так хотела в баню. Не, не пойду, все, я не могу раздеваться.
свой нос я не могу показывать на людях без трусов. Ну, потому что какая разница, какая это часть твоя тела? Нос или ухо, или влагалище, или член. Какая разница? Никакой. Ты приходишь, вот правый глаз я не буду показывать, потому что мне стыдно. А тебе говорят, ты что, не видишь? Я вижу. Я вам не хочу показывать, я стесняюсь. То же самое. Трусы одела, и говоришь, а я стесняюсь. Ну, тебя не было, ты не стеснялась. Пока не было Наташи, ребенок не стеснялся. А мама сказала, надо стесняться. Вот это когда в баню, без трусов, нет. Мама говорила, что нет. Делай эти штуки. Выравнивай вдох, выдох. Я еще хотела сказать спасибо, что ты разрешаешь мне быть с тобой. Я не разрешаю. Я не запрещаю просто. У меня там в этой строке нету, нельзя. Поэтому у меня и появляется. А в можно я еще не появился. Когда появлюсь можно, тогда будет выдох или вдох. Я же не знаю, что у тебя там запрет. Но это лишь в моменте будет происходить. Это не то, что меня нету, а ты здесь. Вася, 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 Вася. Я поняла. Свое личное проживание, свой личный момент. Там, это? Момент наш вместе какой-то, да? И вот так, как сейчас на сатсанге, это момент наш с тобой, контакт. До этого у нас была переписка. Это был контакт переписки. А до переписки, после сатсанга, у нас не было контакта. Да, это не было. Твой момент был то, что тебя окружало. Без меня. А у меня мой момент был, а потом наш момент, твой момент и мой момент соединились. Но сам момент общий. Ну просто мы в общем моменте живем, в большом, огромном моменте, в бесконечности, да? Но мы не пересекались. А тут мы пересекаемся. Поэтому я просто так сказал, что твой момент и мой момент. Это как твои глаза, мои глаза. Но когда ты придешь к тому, что будет понимание, что мои глаза – это твои глаза, это не означает, что ты видишь моими глазами. Но это уже понимание будет. Но столбики просто начни. Берешь – нельзя, можно. Любое слово оттуда берешь и представляешь его, можно, и начинаешь делать. Это не означает, что все должно быть в можно. Это означает, что нельзя, можно. Руку в кипяток надо ли засовывать? Не надо же, правильно? Чайник кипит, а ты руку засовывал, испытываешь, когда вода закипит. Люди придумали выключатель, чайник, пум, выключился сам.
Не осуждать себя, если есть, нельзя. Ну, смотря что нельзя. Я же говорю тебе. С 30 этажа нету смысла тоже. Ну, если ты, тебе уже надоело просто здесь, ты поднимаешься и пошла. Я понял. Пожалуйста. Привет опаздывающим студентам. У кого есть вопрос? Когда у кого-то появится вопрос, говорите. Ну, как можно помолчать? Да, вот. Привет. Привет. Ты даешь, бывает, задание, ну, как это задание, что-то сделать, советуешь. И у меня вопрос, какой срок у этих заданий? То есть я выполнила, там, прожила опыт, что-то поняла, осознала и закрыла главу. Или как у меня это работает? То есть мне нужно делать... Всегда это или... Ну, что, например? Ну, как пример, например, с переписками. Там я сейчас немного переписываюсь, там стараюсь общаться. Или... Что с переписками? Ну, что ты советовал не переписываться, а по видео общаться, чтобы... Иначе было состояние, ну, не переписки, а вот так. Mm. Это как пример. Ну, это по чувствам, это же начать делать это действие, ты просто раскрываешь свои чувства, как тебе больше нравится, что ты больше проживаешь. Это твое собственное. Там, когда ты хочешь, тогда останавливаешься. Я не могу тебя заставлять делать какие-то действия бесконечно. Попробовала и увидела, как тебе больше нравится. Угу. Это чтобы иметь свое мнение. Это, например, я тебе дал задание отжиматься 5 раз. Да, и ты достигла 5 раз отжиманий. Ну и все. Ну и ты каждый день по 5 раз отжимаешься. И приходишь и говоришь: Вася, ну я уже 6 лет отжимаюсь по 5 раз, это нормально? Или мне продолжать, или что мне делать? Ну, ты можешь попробовать просто 12 раз отжиматься, 15, это как ты хочешь.
хоть 100 раз отжимайся. Это было просто какое-то начальное действие, толчок тебя вот куда-то. Просто есть такое, как запрет для себя. А я тебя толкаю, чтобы ты шла туда и не боялась. И когда ты идешь туда, вот в разговор, да, то, что я посоветовал, общаться по телефону или по видео, это другое, это не всегда человек может себе разрешить говорить. Потому что многие люди стесняются этого. И вот ты попробовала, и тебе понравилось или нет, и все. И на этом опыте ты потом пробуешь другое что-то. Ты становишься самостоятельной. Или то же самое, вот я тебе дал велосипед красного цвета, и я тебе дал именно его, и ты на нем научилась ездить. А ты приходишь и говоришь, а можно я с красного пересяду на синий? А я смогу ездить? Да сможешь, конечно. Не цепляйся ни за что. Чтобы прическа была та, которая сейчас у тебя есть. Что нужно было сделать? Разрешить. Причесаться. Нет, разрешить уже не стричь машинкой волос. Ну, все поменялось, видишь? Вроде бы ты ничего не делаешь для этого. Но ты видишь, сумничала причесаться. Чтобы причесаться, надо волосы иметь. Это как сопли выдуть, надо нос иметь. Просто происходит так, когда я себя чувствую самостоятельно и уверенно в своих действиях на момент действия, то потом получается или что, ну, какое-то последствие или ошибка, а потом я, ну, сомневаюсь в своей самостоятельности, иду к тебе, и мы разговариваем. Я вижу, что там я там ошиблась, там что-то такое, там другое. И потом я начинаю сомневаться вообще в своей... в своих силах, потом я иду к тебе, и потом я чувствую снова вот эту вот уверенность. И... уверенность в себе чувствуешь, конечно. После общения со мной ты уверенная в себе. Но потом эту уверенность теряешь, потому что люди приходят в твою жизнь и говорят, а не, ну что ты, а ты вообще, а ты зачем, а, это так надо, это так не надо. Ну, они часто так делают. Ну, так постоянно происходит. Просто раньше я была очень уязвима к этим всем словам, вообще всем словам. А сейчас я чувствую, что реально стержень какой-то есть. Но не то, что я появилась, потому что я всегда была, но не было это вот, не знаю, стержня, чтобы не... Не было разрешения. Стержень да, наименее. Разрешения нет. Разрешение на их мнение. То есть я поняла, что есть их мнение, есть я. Не разрешение на их мнение, а разрешение на свое мнение. У них всегда есть мнение, а у тебя нет. А здесь я разрешаю твое мнение иметь. У меня моего мнения нет, поэтому тебе легко. А у них есть свое мнение, и тебе сложно.
Но у них это не их мнение, это навязанное мнение. Поэтому тебе сложно. Ну, их мнение — это еще полбеды. Если мое мнение становится уязвимым от их мнения, то это реально проблема. Ну, смотри, вот как чудак мне написал от тебя. А я не понял вообще, о чем он пишет. А я с ним, ну, как всегда, через шутки. А чего вы со мной так общаетесь? Он еще и обиделся. Вот. А я не знал, что ты не знаешь, что я мебелью уже давно не занимаюсь. А я ему пишу, а что ты хочешь? Ну, и потом он проявился. А я поржал над ним, он говорит, вы меня убедили. Чего? Я его не обижал. Но ты не знала этого. А он надеялся, что именно так, как ты ему сказала. Это была его ошибка. Он поверил тебе. Он не узнал самостоятельно. И также и у Наташи надо самостоятельно все узнавать, да, вот ее опыт. Если с Петей было плохо, то не означает, что с Петей будет плохо. А если и с Федей плохо, то придет Толя, то с Толей, может быть, будет лучше. А если и с Толей плохо, то тут уже надо задуматься над собой, что происходит с самим собой. Может, это не с ними плохо, а со мной плохо, и я о них думаю, что это плохие люди. А там точно так, потому что графа нет. Больше, чем графа, да, вообще ее нет. И это перевешивает. И вот у тебя графа нет, тоже очень большая, а да, графа нет. Ну, понимаешь, если списать графу нет и списать графу да, то да не будет заметно. У меня много было да, очень мало нет. Возможно, там мне не видела, что... Когда было? Когда было много да? Ну, когда я тоже делала вот упражнение, я выписала с ним, где графы, что да, что нет. Если нашла, что у меня было много да, что почти нет, почти мало нет. А чего ты не... Есть эта бумажка, которая да, и прочитай мне, а я тебе скажу, это да или это нет. Потому что это да может быть не твое. Сейчас. То все читать? Он зачем все? Выборочный любой какой-то, да? А, хорошо. Ну что, все будем перечитывать, что ли? И что у тебя? Да и нет. Кто победил? Да, победила, что можно. Ничего себе, а что ты здесь делаешь до сих пор на социальном? Не знаю. Нравится заходить, наверное. Ничего не делать можно. Ничего не делать – это да твое, да? Да. Это можно. Это смотри, вот я тебе сказал говорить по видео, да? Угу. Это ничего не делать, да.
Это твое мнение. Но ты пришла, переспросила меня, а долго еще это делать? Чего не делать, это еще долго? Значит, ничего не делать, у тебя нету своего мнения. Это на вред всем, ничего не делать. Это как есть свет, но я светом не буду пользоваться, навред всем. Докажу им, что свет – это плохо. Ходишь по темках, постоянно спотыкаешься, падаешь, встаешь, опять все равно падаешь, опять встаешь, опять где-то что-то поставила, не там, опять пошла, опять упала, там папа что-то положил, опять упала. Мне интересно вот ничего не делать и вот посмотреть на твое поведение, когда ты будешь ходить, падать, и какое спокойствие у тебя будет вот этого ничего не делания? Мне ничего делать какое-то время, не постоянно. Мне тоже не хочется ничего делать постоянно. Просто как период какой-то можно так сделать. Как... Это же не об этом речь идет. Ты везде найдешь, где, когда речь об этом и не об этом. Даже вот ты всегда найдешь. Но я тебя веду на чистую воду. Ты замечала, что я нахожу, а потом тебе показываю вот тебя чистую. Поэтому тебе легко становится. А потом ты опять находишь вот это все, весь бред, и начинаешь пользоваться. И потом тебе сложно становится. А сложно становится из-за того, что ты опять используешь то, что ты говоришь, что можно. А используешь его во вред себе. Нельзя. Это как люди, которые... Шаолинь. Есть такие, да? Я не знаю, сейчас они есть, нет. У меня когда-то... Помню, одноклассник мой был помешан на этом, и он учил, читал, что-то там вот это исследовал. И он говорит, представляешь, берут папиросную бумагу, два человека держат, а третий бегает по папиросной бумаге. Вот это то, что нельзя, а он делает. Вот так, тонко. Папиросная бумага. Попробуй ты запрыгни. Что с ней будет? Со своим можно или нельзя? Поэтому вот тонко то, что ты не видишь, и я показываю тебе все-таки. Я не запрещаю ничего не делать. Ничего не делать это можно, когда ты даже борщ готовишь. Ничего не делать это когда ты копаешь огород. Это тоже ничего не делать. Но когда ты скажешь, тебе говорят, что ты делала, огород копала? Ты говоришь, да. И как? Я ничего не делала. Ну, в смысле? Ты же копала огород? А ты говоришь, нет, я ничего не делала. А как это? И когда ты ничего не делаешь, ты не устаешь. Когда ты что-то делаешь, а нету этого ничего не делания, ты устаешь. Тело по-другому работает, оно напряжено.
Ты не расслаблена. Это как в аварию люди попадают, и они, если пьяные, то у них ни переломов нет, ничего. Ушибы там, ну, что они там делают, это вообще, если посмотреть видео замедленно, ну, человек скажет, Господи, а как его не разломало, не поломало, а он рука в эту сторону выкрутилась, выгнулась. Почему? Потому что он ничего не делал, его там не было. Он не мешал телу. Видишь, какое слово хорошее ты нашла, ничего не делать. Да, из списка всего выбрала это. Я Да. выбрала. Я выбрала. Ага. Это я слово придумала. Это мое слово у меня в списке. Я ничего не делаю. Убери я, а сам ничего не делаю. Видишь, твой фальшивый список. Хорошо. Подтверждаю его. Это то же самое, что я говорил на прошлом сатсанге. Если свет горит, это не означает, что на улице светло. Просто свет горит. Это как прийти на сатсанг и понять, ну, что сатсанг не об этом, что он хотел, и уйти. Значит, у него было ожидание. Значит, он знает, что он ничего не делает. Ну и все, он... видно, что он попал в оковы ума, и он говорит, что надо уходить. Он уходит. Ничего не делать. Ему все равно, что правильно, на сатсанге сидеть или огород копать, ничего не делая. Он останется, просто будет сидеть и смотреть на ничего не делать. Точно так же он пришел. Я ничего не делаю с этим. И точно так же и это же и ушло. Я ничего не делаю. Вот этот я туда-сюда будет. Ну, тогда если это все, например, пересмотреть, что я, ну, мою жизнь, тогда она вся получится фальшивая, что ли? Потому что у меня есть эго. Она не фальшивая. Эго присвоит себе эту фальшь и будет говорить, я это делал. Не сама жизнь фальшивая, само эго фальшивое. Твоя прожитая жизнь – это не фальшивая. Посмотри, глаза, волосы, нос, рот – все на месте. Ну, это не фальшивое, да. А что касается ума, то там возникают вопросы. Возникают вопросы, это и есть вот этот фальшь.
Убери вопросы и посмотри, что будет. Будет ничего не делай. Я могу убрать важность вопроса на какое-то время, а потом дать ему важность, мне захочется его разобрать. Как ты можешь убрать важность и потом разобрать? Вот Я ты могу на... вот сделай вдох, выдох. Тот вдох, который ты сделала, ты можешь его разобрать и разрешить ему или не разрешить быть? Нет. Почему? Потому что это не в моих силах. Он уже был. Он уже случился. Ты прожила жизнь в момент. Настоящий момент. Чтобы прожить новый момент, тебе не надо думать о том вдохе, который я тебе сказал делать. На следующий вдох делать. А оно делается даже, ты не делаешь. Вот это ничего не делая, дышит без того, что Вася говорил, делай вдох. Как оно происходит, когда ты ничего не делаешь? Так же и с лопатой, когда копаешь огород. Что-то, когда происходит, когда ты смеешься. Что-то. Тебе смешно с того, что ты ничего не делаешь? Или с чего? Не знаю. Какая-то есть непонятка внутри, но я не могу ее сформулировать. Она как-то бессловесная. Что такое непонятно? Если она бессловесная, то ничего не делать.
это. Хорошо, я пока все. Пожалуйста. У кого есть вопрос? Вопрос из чата Ютуба. Как прийти к такому пониманию, как у тебя? А какое у меня понимание? Я даже не знаю, как обозвать свое понимание, как вопрос, но как прийти к такому пониманию, как у тебя, как у кого у тебя. Такое понимание, когда убираешь вот этого, как у тебя, этого убираешь, и сразу понимание приходит. Потому что пока есть тот, который понимает, чтобы понять такое понимание, то он будет мешать понимать вот это понимание. И пока есть он, нету этого понимания, как у меня. Потому что меня нету. А есть понимание. Нету того, кто понимает. А есть просто само понимание и все. Вот таким образом можно достичь такое понимание, как у этого понимания. Все, это был ответ. А если непонятно это понимание, то в воскресенье или сейчас можно зайти на сатсанг и больше понять, что нету этого понимающего. Можно написать в телеграм-канал мне, и я дам ссылочку. Для понимающего пока. Все, больше нет вопросов, да? Спасибо. Есть у кого-то вопрос? Да. Ладно. Одна Лена ушла, другая пришла. Добрый вечер. Привет. У меня получилось после сансанга сразу встреча. Я думаю, не случайно это. В телефоне.
Почему ты думаешь, что это не случайно? Потому что, не знаю, потому что так не может быть. Смотри, ты утром просыпаешься, когда без будильника. Это случайно или это не случайно, ты проснулась так? Просто проснулась. Просто проснулась. У тебя есть вдох. И каждый вдох разный. Это случайно или это не случайно? Что? Просто. Так вот, все в жизни вот так просто, у него нету не случайно, как ты вот этому превозносишь какое-то там божество. Я еще, видишь, даже не дослушал тебя, но я не хочу тебе дать понять, что есть какая-то не случайность. Ты в этой семье, в которой ты родилась, это случайно или это не случайно? Знаю. Да, вот смотри. Есть тело. Да? А есть Олена. Но Олена живет только в этом теле, да? Нет, наверное. Олена, да. Как Олена, только в этом теле. Да. Так это случайность или не случайность? Это развитие событий, которые дало понимание, знание о том, что это Олена. И все. Потому что в другой семье вот эта Олена не могла осознать себя как ум, что она Олена, что у нее мама. Как маму зовут? Людмила. Людмила. А папу? Вениамин. Вениамин и Людмила, да? Вот они только вдвоем могли тебя вот такую создать, какая ты есть. И сейчас мы тебя видим вот только благодаря им. Не тело, что они там сексом позанимались, нет, а знаниями. Поэтому это просто какой-то хаос, а ты даешь этому цену какую-то или ценность. Или это как сегодня я мельком услышал, не помню его фамилию, как дедушка такой был, такой прикольный, умер. Он про золото рассказывал. Он говорит, если бы золото сыпалось с неба, как дождь, 2 дня, да, что бы люди делали? Ну, все бы, домой затащили, подметали, тащили, вот это все бы забивали, подвалы, комнаты с золотом. А если бы это золото сыпалось 10 лет, все бы просто подметали, как мусор, просто в сторону, просто, сделали дорожку себе и пошли. Так вот, ценность это, как ты создала, да, вот это, не случайно. Это уже как ценность, как золото. Ты даешь, превозносишь это, что ты хочешь сказать, как золото. И потому что для тебя это как... прикинь, мешок золота у тебя во двор упало, и ты такая... А у соседей нету? Вау, я разбогател. А это золото каждый день сыпется на тебя. Просто ты не замечала раньше. А сейчас начала замечать. И тебе кажется, что это бесценно. Говори. Сказала я эти слова, которые мне пришли. Вот я не могла себе сказать. И говорила, может, я сыну скажу.
Я и сыну не сказала. А я сказала журавлям. Не журавлям, а вот крик журавлей. Меня давно как что-то волнует очень сильно. И когда я услышала этот крик журавлей, у меня вырвался из меня вот криком и слезами, и криком, и всем. И я проговорила эти слова. И все, я успокоилась. Я не понимаю, вот, журавли, что такое журавли? Мне кажется, что это не птицы, это какие-то люди. Я их так чувствую, вот не знаю, и что, и с чем это связано, и как объяснить, и вот на каком-то... Как... Вот как ты свой чувствуешь дом? Дом? Угу. Ну, как мой род... Как мой... Ну, как человек, мой... или как женщина, или как люди? Как укрытие. Как человек, или как женщина, или как люди? Ну, ты же оценила журавлей, что там люди какие-то. А, да, как люди. А дом как что? На людей не похож? Дом как защита? Нет. Ну, с этими журавлями что-то у меня давно. Это игра ума. Не переживай. Я хочу улететь с ними. Дай покой этим журавлям. Придет время, ты не улетишь, тебя закопают. Нет, я не хочу копаться. Копаться не хочешь? Ну, придется, все равно в гроб положат и закопают. Не, я хочу это сожечь. Сжечь? Ну все равно, видишь, не улетишь. А душа улетит. Души нет, она никуда не улетает. Идет в свой дом. В этот, в который ты сейчас сидишь? Нет. В журавля? Это временное. А там журавль? Журавля, да. А журавль не временный? Ты видела в этом мире что-то невременное? Можешь мне показать? Все временное, да. Все. То куда ты полетишь, где нету невременного? В никуда. Так никуда нету, потому что оно тоже временное, оно исчезло. Угу. Да, интересно, а где? Нигде, потому что души нет. Растворюсь? Да ты не сотворилась, чтобы раствориться. То, что говорит, оно не сотворилось. Сейчас просто твои знания говорят и все. Это как книжку ты откроешь, и страница там 55-я, третий абзац. Все, ты читаешь. Вот это ты. Она придумывала. Да, она придумывала, точно. У меня все. Ну, да, понял, что все. Понапридумываете себя, мать. Потом ходите с этими и говорите, а ой, как с этим жить? Давайте, у кого есть вопрос?
Да. Вопрос из чата. Что делать с головной болью? С головной болью или с головой болью? Ничего не надо делать с ней. Она пройдет. Если вы хотите ускорить исчезновение головной боли, ну, то можно выпить таблетку, но это бессмысленно. Тогда будет головная боль приходить, чтобы вы выпили таблетку. А если вы не хотите, чтобы она возвращалась, тогда ничего не делайте. Просто проживите головную боль. Потом вы увидите, что вообще у вас голова никогда не болела. Головная боль приходит, чтобы вы пили таблетку. Да.
Наталья спрашивает, как преодолеть телесный страх смерти? Чтобы преодолеть телесный страх смерти, нужно сначала, что такое, нужно сначала узнать, что такое смерть. Умереть, узнать, что такое смерть, а потом бояться этого. Пока вы не умирали, и вы не знаете, что это такое. Поэтому страх смерти его только вам придумали, рассказали, показали, объяснили. Но это не так. Узнайте самостоятельно. Умрите, а потом расскажете. А если вы не умирали, а боитесь, то это бесполезная вещь, которую вы делаете. Явно вас обманули. Если вы не умирали. Даже те люди, которые рассказывают, которых там сердце останавливалось, это не смерть, это лишь остановка сердца, это беспокойство ума, туннели какие-то, и он видит. Ну, не более. Это не смерть. А что значит, как победить смерть? Это узнать, что такое смерть. Тогда она будет побеждена. Пока вы не знаете, что такое смерть, вы ее не сможете победить. Поэтому и хотят все победить смерть. Все хотят найти эликсир какой-то, который продлевает жизнь всякими способами. Но это не победа над смертью. Это лишь продление какой-то жизни. Продление жизни тела. Это не победа. Победа – это когда ты знаешь, что такое смерть. Если ты пользуешься теми знаниями, которые рассказывали тебе, как вопрос был, да, то это просто знание задает вопрос. Знание о смерти задало вопрос. Таким способом не будет побеждена смерть. А лишь знание о смерти боится и хочет узнать знание, как победить смерть. Или как продлить жизнь. Это будет очередное знание, это знание пойдет дальше, это возьмется и будет узнавать дальше что-то. Что-то узнает там, жизнь продлить можно, не кушать мясо. Это уйдет, это станет знанием не кушать мясо, это продление жизни. Это будет узнавать какое-то знание другое. Это как череда мыслей просто.
потому что самой смерти не существует. А кто не знает, что ее не существует, он будет верить в саму смерть. То есть мною владеет мысль, информация, что смерть есть, поэтому ее нужно бояться. Поэтому то, что я не осознавала, сейчас промелькнула мысль, что надо как-то спасать тело, чтобы оно побольше пожило. Ну, чтобы бороться со смертью, надо же узнать смерть. Надо иметь ее в руках, пощупать, потрогать. Чтобы порезать клубнику, ты должна иметь клубнику в руке. Пока ты не имеешь клубнику в руке, ты ее не сможешь порезать. А представлять себе какую-то клубнику и нож в руке, и ты режешь. Это бесполезное действие, просто сидеть и думать о том, что ты знаешь, что есть клубника, есть нож, и ты режешь. Когда тебе говорят, что смерть – это плохо, ты умрёшь, там, в ад попадёшь, в рай попадёшь. Ну, кто это рассказывает? Те, кто умирали? Всегда же рассказывают те, которые не умирали ни разу. Это как про того, кого ты... Помнишь и боишься человека, да, мужчина, и боишься идти в следующий опыт. Ты рассказываешь про Петю, а с Федем встретилась. А Петя говорит, а что ты мне про Петю рассказываешь? Мне неинтересно, Петя. Я не как Петя, я как Федя. Ты сначала попробуй со мной, а потом будешь говорить, похож ли я на Петю. Я же Федя. Также и рождение. Что такое рождение, никто не узнал. Все берут тело, ребенка, и они говорят, это рождение. Посмеяться можно. И опять же, те, которые знают, что это рождение, когда тело рождается, они тоже ходят и тебе рассказывают, это рождение, ты родилась, это жизнь. Но никто не рассказывает тебе, что пока тебя не было, эта жизнь была, и ты появилась в самой жизни, ты не сотворила жизнь, эта жизнь была уже здесь, она есть, и... Ты попала просто внутрь жизни. Собралось какое-то тело в жизни, и оно и собиралось в самой жизни уже изначально. Это ж не собиралось где-то там на каких-то закоулках, где нету жизни, там собралось, потом засунули во влагалище, а потом оттуда высунули. Как удивительно, вот ты объясняешь очевидные простые вещи, но на фоне информации известной оно кажется удивительным. Ну, почему что... на это не обращается внимание вот так вот, как оно есть по факту? Ну, потому что придается больше информации и значения, точно так же, как у Лена говорит, это чудо, о, чудо, я сказала это журавлям. Что она сказала? Каким журавлям? Журавли такие, о, го, 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 сказали спасибо и полетели дальше, ничего. Я поняла, придается значение.
А вот по поводу списков можно, нельзя. Ты когда отвечала Владе, ты сказал вот, да, один, второй, третий. И а все-таки причина в том, что много запретов. Правильно ли я поняла, что... А что такое один, второй, третий? Ну, ты приводил пример, как бы, если бы там был Коля, был бы Вася, был бы, ну, другие имена, да? То есть мужчины. Там с тем будто бы не клеилось, с тем будто бы не клеилось, с третьим будто бы не клеилось, и посмотреть, в чем причина. Причина в том, что много нельзя или все нельзя. Ну, это исходит из тебя просто. Человек, он есть. Ну, допустим, из тебя исходит, что тюльпаны тебе не нравятся. Да? А тебе приносят тюльпан. Как ты этого человека воспримешь? Нехорошо. Нехорошо. А это лишь знание исходит из тебя, что тюльпаны тебе не нравятся. Так может, стоит поменять свое знание о том, что тебе тюльпаны не нравятся? Может, можно рассмотреть этот тюльпан, почему он тебе не нравится? Разузнать про него. Разузнать, почему он тебе не нравится. Какая причина была не нравиться тюльпан? Откуда она исходила из тебя? Ну, откуда она появилась, не нравится тюльпан? Должна была откуда-то взяться. Да. Не просто она так, журавли пролетали, какнули, не нравится тюльпан, и полетели. И тут Наташа, о, тюльпан не нравится, ё-моё. Только об этом думал, и вот тут взялась. Это что-то означает. И люди придают этому значение. Это важный знак был, тюльпаны больше мне не приносить. Это, блин, такой знак, журавли прямо мне в лоб. Это какая ценная информация. Да, я тоже много чему придавала значение и передаю. Это как сегодня день прощения. Вы извините меня, пожалуйста. А зачем делать гадости, чтобы потом сделать этот день, чтобы просить прощения? Ну, можно сказать на русском языке? Пи! Ну, зачем этот день? Это типа, мы создадим день прощения, тогда нарушайте. Ну, делайте, что хотите, а вот в этот день придет, вы придете и скажете, простите меня, и Бог простит. Или как там говорят? Ну, типа для чего? Типа того. Ну для чего это день создан? Я прощаю, и Бог простит. Да, для чего это? Смыть грехи. А может, не надо намывать грехи? Лучше журавля ждать, а тюльпан потом не нужен. Все, тюльпан не нужен. Тюльпан, ты не нужен. Боже, сколько дерьма в голове. Это ж какой ерунде еще дальше придается значение. Ну, я не про тюльпаны, я вообще... Мусор нельзя выносить ночью. Чего? Денег не будет. Ну, хотя мусор тогда вонючий. Молись на ночь, Отче наш. Для чего? Что дает Отче наш? Сам батюшка знает, который молился? Тут уже вопрос религии пошел. Вера, да, он Отче наш, молится, верит. И с ним журавли, слово Отче наш и все журавли. Я знал, это чудо. И он молился какую-то ночь, и комары его перестали кусать. Он говорит, это работает.
получается, что люди много придумали сами объяснений, и поэтому вот так вот суть молитвы, а придавать чему-то, ну, смотри, а вдруг что-то случится, молиться, чтобы что-то случилось. У меня чай. И чай мне дает сейчас просветление из-за журавлей. Ну, бред какой-то на самом деле. Ну, сейчас, конечно, сейчас скажет информация, что людям вера нужна, молиться надо, потому что вера. Ну, это просто тупо здание. Сейчас вот. Ну, у тебя есть вера, то же самое. Ты подходишь к выключателю, выключаешь. Включаешь его, лампочка загорается. И с такой же верой ты приходишь, включаешь, а лампочка не загорается. Ты такая, что случилось? Ну, первым делом твой страх, который самый большой есть. Что могло случиться? Ты никак не могла подумать на то, что лампочка просто перегорела. Угу. Самое плохое будет вспыхивать сразу. Автоматы, электрика. Все, надо валить дома. Приходит хозяин, говорит, Наташа, ну просто лампочка сгорела. Не, это не просто. Это же рули. Здесь чудо такое было. Олена пришла, о боже, рули. Это то же самое. У меня лампочка, все, я меняю дом. Ночью просто я слышала, когда же рули летели. Все, на значение будешь ходить и говоришь, если слышите журавли и света не станет, это знак Бога. Ясно, Олена, журавли, у меня лампочки. Умер человек, журавли летели. Другой родился, тоже журавли летели. Ну это все бред такой. Откуда ты тогда взялась мысль, что нужно обязательно верить в какого-то Бога, который дает чудо? Ну, самое легкое это 2 × 2 сколько? 4. Ну все. Вера уже есть? Есть. Это математика, ничего себе. 2 × 2. Математика. Да. Причем доказанная. Да, и ты приходишь... 2 спички, добавить еще 2, 4, все. Все, успокойся. Ты приходишь на похорона, и все там молятся, а ты 2 × 2 – 4, 2 × 2 – 4, ты умер, 2 × 2 – 4, журавли прилетели, 2 × 2 – 4. Что они тебе скажут? Псих, иди нахер. А ты скажи, не, это молитва от Бога, журавли летели, они сказали 2 × 2 – 4. Этому человеку надо говорить это. Можешь с ними спорить. Могут тебя как угодно называть, что ты дура. А ты говоришь 2 × 2 – 4, это вам тоже надо знать. 2 × 2 – 4 журавли. 2 × 2 – 4 журавли. Чем твои слова плохи? Не совпадают с общепринятым. Да. Вот те приняли, да, какой-то... сказал человек, а твои не принимают. Почему? Почему они поверили «Отче наш», а 2 × 2 – 4 журавли не поверят? Кто дольше верили? Ты это сама придумала сейчас. Но если появится у тебя, как кто-то написал в Ютубе, я хочу в вашу секту, так и не пришел. Появится какая-то секта, да, и появится там 100 человек, будут говорить, ходить, 2 × 2 – 4 журавли, 2 × 2 – 4 журавли, на похоронах.
Ну и таких много-много-много, больше-больше-больше людей появится, и это будет то же самое, что Отче наш. Оно ничем не будет отличаться. Просто у этой секты будет 2×2 — 4 журавли. А у этой секты Отче наш. Если этих будет становиться меньше, а у этих больше, это исчезнет через 200-300 лет и будет 2×2 — 4 журавли. 2×2 — 4 журавли. Какой же... Становитесь на колени, да. Молитесь, человек сейчас оживет. Мы когда это молились, молитву, он ожил. А если это еще произойдет, сделают фильм, съемок, фальш какой-то сделают, да, человек умер, сердце остановилось, все. А ты приходишь, 2×2 — 4 журавли, 2×2 — 4 журавли. И тут, ну, это не случайность, как она говорит. По щучьему велению, по моему хотению, у человека сердце забилось, ожил в этот момент. Врач скажет, блин, 2×2 — 4 журавли, 2×2 — 4 журавли. Всем рассказывайте, это работает. Почему не исследовать этих начальных психов, которые придумали это? Яро верят, борются за это даже. Ты видела, чтобы в Иерусалиме огонь зажигался в свечи? Я не видел лично. Я тоже не видела. И никого не пускают туда, когда там поджигают. Там просто специальная зажигалка стоит. Это же секрет. Это как 2×2 — 4 журавли. Фокус. Это как деньги. У меня... Напечатали бумажки и сказали, это деньги, ценность. А прикинь, золото. 2 дня падает, все забили дома. А 10 лет ты выходишь, заходишь в дом, выкидываешь этот мусор из дома, потому что он тебе не нужен. Это же везде вот этот мусор. То почему стало бесценным это золото? Почему? Почему 2×2 — 4 журавли не работает? А начало работать? Почему Отче наш перестало? Почему золото было ценное, убивали друг друга? А тут насыпало, блин, как снег или как дождь идет. Постоянно и не тает. Неинтересно будет. Откуда взялись притчи про Иисуса Христа? Я не знаю. Туда в то время попасть, увидеть, кто там писал. Говорил ли Иисус это, чтобы, блин, люди ходили и 2×2 — 4 говорили? Ой, нет, извини. Отче наш. Журавли. Как Иисус говорил? Ну, так показали в кино, конечно, я же не знаю. Когда он набрал людей, вот так, как я вас набрал, да? И говорит, идите и говорите обо мне всем. А кому вы говорите, чего вы людей не приводите сюда? Идите и говорите обо мне. Они шли в города и рассказывали о Иисусе, он чудо творит. 2×2 — 4. Журавли, не забывайте добавлять. Новая молитва. У тех же была вера тоже. У других, куда он приходил, и эту веру он противоречил ей. Так же, как и я противоречу. Получается, что он видел жизнь, и жизнь просто случалась, а вот эту всю ерунду понапридумывали про притчи, про молитвы.
когда не было долларов, что-то было другое. Да? А потом появились доллары. Они тоже исчезнут. Так же, как и рубли исчезнут, как и все. И ты исчезнешь, и я исчезну. И может, когда-то кто-то услышит притчу эту. Дважды два, четыре журавли. И будут ходить рассказывать. А верование в эту притчу, то есть религиозные штуки эти, они для меня сильные, потому что это связано с как бы Богом. Не так легко это все разрушить. Ты видела Бога? Того на небе, в которого я раньше верила, на тучке нет. А смерть видела? Нет. А с Федей свою жизнь видела, с которой ты не захотела? Еще раз повтори. С Федей жизнь видела, с которым ты не захотела? Но после Коли испугалась, и с Федей не пошла. Нет, жизнь не видела. Тоже это не видела? То сколько у тебя же видишь препятствий? Бога не видела? Веришь. Смерть не видела? Веришь. Федю из-за Коли... Не видела жизнь с самим Федей, Наташу и Федю, не видела, как они будут жить. Но поверила из-за Коли. Получается, Коля главнее. Там Иисус главнее. Там про смерть главнее, кто рассказал. Про лампочку. Сгорела лампочка, журавли. Свет вырубила, все, надо валить. Что главнее в твоей жизни? Чужие мысли. В гробу лежишь? И уже все. Могла бы с Федей, но уже нет. И лежишь и такая... Дважды два, четыре журавли. Вдруг оживу. Дважды два, четыре журавли. Смерти не существует. Я сегодня шизанул. Дважды два, четыре журавли. Надо перерождаться, потому что мне надо было с Федей, а я не успела. Но пока ты переродишься, пока вырастешь, Федя кончит. Дважды два, четыре журавли. Федя встанет. Дважды два, четыре журавли, Федя, встань. Поэтому все сейчас, проживай. Все проживайте сейчас. Не ждите, когда потом дважды два, четыре, оживи. Благодарю. Пожалуйста. Есть у кого-то еще вопрос? Ну, все меньше и меньше людей остается, видите? Плохо работаете? Должны идти по городам и рассказывать про меня. Несет благую весть. Дважды два, четыре журавли. Тебя YouTube несет по всему миру и Instagram. Да не несет, видишь, там нету ни подписчиков, нет. Ну, в YouTube есть, а в Instagram вообще. А, это журавли заколдовали меня. Я шучу, Господи, я тоже.
Сегодня тоже Настя говорила, говорит, я бы так хотела, чтобы у тебя все было хорошо. А я говорю, нет, у меня все плохо, да? Пи. Слушай, но если смерти нет, то и жизни тоже нет. Но жизнь и смерть — это как белое и черное. Есть белое и есть черное. Чтобы было белое и было черное, нужно какой-то материал, куда можно нанести. Точно так же нужен материал, чтобы была жизнь и была смерть. Это идея просто, мысль такая. Ну, ты взял бумагу и можешь цвет нанести черный, и рядом цвет нанести белый. Хотя тебе надо белый, да? Но попробуй вот в этом пространстве сделать эти два цвета. Или сделай в этом пространстве смерть или жизнь. Ну, на самом пространстве, наложи на само пространство жизнь или смерть. Невозможно. Значит, его нету. Если невозможно что-то нанести на пространство, значит, этого не существует. А то, что в самом пространстве происходит, вот тело, да, оно разлагается и... Это не означает, что это смерть. Это предположение людей, что это смерть. Ее так назвали. Но ученые могут 100% доказать, что это была не смерть, а это просто переработка. Это как чашку переработаем на что-то другое, на стакан. Материал просто поменяется на другое что-то. Также и вот это происходит в этом пространстве. Просто материал меняется, рука меняется на молоток. Слушай, ну вот то, что это все представляет, воображает, откуда берется вот это вот воображение, ум? Ну, все это. Оно видит, дорисовывает и показывает. А если нету ни жизни, ни смерти, то откуда берется тогда, что тогда есть ум? Мышление простое, какое-то обычное мышление, то, что есть в голове. Берет, ну ты картину видишь, кто-то нарисовал. И ты ее можешь дорисовать, если ты художник. Так вот, говорят, есть смерть. А никто не знает, что такое смерть. Ее даже нарисовать не могут, да? Рисуют какое-то чудище с косой. Саму смерть не могут нарисовать, да? Так же, как и Бога, никто не может нарисовать. Так же, как и жизнь, никто не может нарисовать. Значит, это какие-то догадки ума. Значит, это ум и есть вот это... дорисовать. Один сказал, второй додумал, а третий еще до... Видел, когда передача слов? Да, одно слово передает каждый друг другу. Да. А, да, это испорченный все... телефон. Да. И точно такое же, это ум заявил о себе, что он испорченный телефон. Так прикол, в жизни нет, смерти нет, а ум есть. Так ум — это как и жизнь есть. Или смерть есть. Это же и есть ум. Он якобы на пространство накладывает картинку. Это ум. Откуда он берется? Ум откуда берется?
Вот из того, которое спрашивает сейчас, откуда берется ум. Это ум. У него есть вопросы, откуда берется ум. Якобы он узнает, откуда берется ум, и будет доказательство, откуда он взялся. Вот этот разговор, это и есть воспроизведение ума, создавание ума. Откуда берется ум? Говорит ум. А куда он исчезает? Говорит ум, куда он исчезает? Ты знаешь место, откуда он берется, и ты знаешь место, куда он исчезает. Не знаешь. Не знаешь, откуда он берется, и не знаешь, откуда, куда он исчезает. Но есть предположение. Это ум. Предположение. Останови свои мысли, и ты увидишь, что ума нет. Все, все закончилось. Ум исчез. Ё-моё. Что случилось? А кто остановит? Кто остановит? Да, кто останови мысли. То есть ум сам себя должен остановить. Ну, якобы да. Так же, как и он и есть, его же нету. Он же спрашивает. Так же и остановится. Потому что его нету. Если его нету, как он может себя остановить? Когда ты не думаешь, тогда ума нет. Когда ты думаешь, это ум. Когда ты не думаешь, ума нет. Есть он тело, потом появляется. Есть тело, есть думание. Нету тела, нету думания. Что случилось? Когда было тело, человек говорил. А когда тело не стало, он перестал говорить. Куда он делся? Откуда он появился и как у него началось его мнение? Тебе сказали, ты Саша. Ты хочешь, всем рассказываешь. Я Саша. Ты долбоёб. Будешь ходить всем рассказывать, что ты такой? Почему нет? А когда ты ходишь и говоришь, я Саша, это нормально. А я дважды 2-4 журавли. Дважды 2-4 журавли. Как тебя зовут? Дважды 2-4 журавли. Ты скажешь, подожди. Зовут тебя как? Дважды 2-4 журавли. А, понятно, этого никуда не надо брать. А что с ним не так? Там вы что, не видите? Ну это же человек, его же должно быть как-то звать. Кого должно что-то? Ты кому-то должен? Да. Родина такому оружию не доверит. Да, прикинь. А он просто имя поменял. Приходишь в баню, говоришь, привет. Как тебя зовут? Тот говорит, Федя, а ты говоришь, я дважды 2-4 журавли. Он сразу отвернется и уйдет. А если кто-то знает Алену, говорит, Алена, а что случилось с этим? Ну, что с Сашей случилось? Был Саша, а сейчас даже 2-4 журавли. Что это с ним? Ты его не возила проверяться? А с тобой ничего не случилось. Как ты был с Сашей, так ты остался 2-4 журавли. Мышление не поменялось. Твое. А у людей это переворот будет. Ну вот ходи и представляйся всем, дважды 2-4 журавли.
Они потом привыкнут, конечно. Но вначале это для них будет вообще. Даже за 24 жирули я пошел. Просто же. А для тех, кто через ум, это непросто. Ну и ты приходишь ко мне и говоришь, я 2x24 жирули. Я говорю, привет, жирули. Пятерку туда. Ну что, мне не пофиг, как тебя там. Как будто бы я буду цепляться к твоему 2x24 журавли, что ли. Я как к Саше не цепляюсь, так и к этому не буду цепляться. Даем какую-то значимость какую-то чему-то. И в это верим. А ты даешь значимость этому другую, а они перестают верить. Говорят, это плохо. Кто... Это понятно, это свобода. Получается, ну, это свобода от этих идей, от каких-то, от информации, от знаний, свобода. Но кто освобождается? Кто освобождается от этих знаний? Знания? Кто им не дает разрешения принимать тебя 2x24 журавли? Вот и спроси у них, и тогда ты узнаешь, что такое ум. Знание. Знание. Ну, да. как должно быть. Да. Ну, так ну, это получается, сказал, что чтобы освободиться от знания, должно, знание само от себя должно освободиться. Кто освобождается? Да нету того, кто освободится даже. Это ты все уже исчезнет, вот это само знание и утверждение, что это правда. Ты вода. Ну вот я сейчас, да, с детьми живу, они ходят там. Мы сварили макароны. Я говорю, а когда будем пельмени кушать с мясом? Они на меня смотрят, говорят, так мы не варили. Я говорю, в смысле не варили? Я видел, что вы бросали, варили в кастрюлю. Они говорят, так мы макароны варили. Я говорю, да, правильно, пельмени с мясом. Я тоже буду. Ну просто есть такое, как знаешь, типа закалка. Они начинают закаливаться. И хотят быть вот такими сильными, как вот эти дебилы ходят по улице. И я пробую со всех сторон разрушать вот это всю закалку. Портить все. И я начинаю менять вот это шарики с роликами их, чтобы оно, блин, непонимание у них все. Да, все равно будет непонимание. Вроде мелочи, а что-то сработает. По-другому они просто отстаивают. Ну и с ними я поменял тактику. Для чего, не знаю. Ну если они сами не хотят от этого избавиться, освободиться, то какой смысл? Ну как знание знает, что оно не хочет. Надо ему показать просто, что если это знание. Так у них же постоянно перед глазами есть этот пример. То есть они-то видят это, но не хотят. Да, они видят и не хотят, но это сработает. А потом где-то они ляпнут. Пельмени с мясом кто-то будет, а варят макароны. Их тоже воспримут неправильно. А когда их воспримут неправильно, они же знают, что это шутка. Потому что со мной шутки происходят. А те, кто увидит, что они варят макароны, говорят, на это пельмени с мясом, их не воспримут. И они видят, что это сильно серьезно, и это глупо. Почему не называть макароны пельмени с мясом? Это же просто. Дети же не дают значения ничему. Не дают, они свободные. Пока не начали давать значение этому пельмени с мясом. То должны быть типа пельмени с мясом. Что такое пельмени с мясом? Кто-то знает? Я не знаю, что это такое. У меня нет представления в голове и знания о том, что это пельмень с мясом. Может, это пельмень с мясом?
Кто дал утверждение вот этому хрени какому-то? Пельмень с мясом. Почему это так признают? Для чего? Задуматься надо. Для чего мы даем этому так много значения? Пельмень с мясом. Что поменяется, если мы его назовем макаронами? Вкус? Тесто станет трубкой? Пустой внутри мяса не станет? Или что? Что произойдет? Как бы ты это ни называл мне, тюльпан, это что, тюльпан? Я не знаю, что это такое. Роза, это что, роза? Я не знаю, что это такое. Какая-то хрень на палке, и там сверху что-то открылось. Еще какой-то запах создает. Или издает. Ну, заметь. Нюхаешь. Глаза можно завязать, да? Нюхаешь, сразу что ты видишь? Розу. Блядь, если дали понюхать розу, ты видишь розу. Программа обеспечена. День прощения. Вам писали эти записки? Присылали? Кому не присылали? А кому присылали? И мне присылали. Ты что, простил? Нет, я даже не ответил. Ну, это родственники просят прощения, у них так принято в Закарпатье еще. Блин, и не простил? А мне никто плохого не делал. Я никому не делал плохое. Зачем мне отвечать на это все? Зачем мне удерживать вот это знание, свет? А, светло. Да не светло, темно здесь. Это иллюзия, что здесь светло. Точно не светло. Кто может подтвердить, что это светло там, где вы сейчас находитесь? О, не светло. Тамара, смотри, нет ее. Исчезла. Значит, там не светло, там темно. Изначально было темно. Ну так и все. Так что дважды 2-4 журавли нормально. Курлы-курлы. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Что ты, Алена, хотела еще? Еще хотела. Почему я чувствую, что я не хочу быть человеком, а хочу быть птицей, журавлем? Вот я не знаю. Потому что тут злые и лживые люди. Я не знаю, почему у меня такое вот тут крутится. Смотри, ты та, которая сейчас не хочет быть здесь, а хочет быть птицей, она будет смотреть на этих птиц долбанных, на злых и нелюбящих. Потому что если это сознание, которое сейчас твое, ум твой, да, перенесется в журавля, оно охренеет, скажет, ну что это за птицы вообще летают вокруг меня? Это злые, недобрые люди. Это же будет твое же знание. Ну, если это твое тело кончится, с ним кончится и запись. Это как книгу кинуть в огонь. Попробуй прочитать ее потом. Вот возьми любую книгу и сожги. И попробуй прочитать. Сможешь прочитать? И еще соседям дать почитать. В церковь принести, скажите, Надя, почитайте. Что произойдет? Все твои знания где останутся? Там, где и были, их не было никогда. Они исчезли. А почему я верю этому всему? Ну, так ты придумала верить. Дважды 2-4 знаешь сколько? Типа я ведусь на ум. Меня ведут. Ведешься лучше.
Пятью пять. Нужно сердцем чувствовать? Пятью пять. Не умом, а сердцем? Жопой чувствовать. Каким чувствовать, блин? Что ты можешь чувствовать? Умом, сердцем. Просто живи то, что есть, и все. И не придумывай себе, что я бы хотела стать журавлем. Кто бы хотел стать журавлем? Найди ее. Я хочу улететь отсюда, я не знаю почему. Найди ее, которая хочет стать журавлем. Найди ее. Можешь ее найти сейчас прям? А, в себе? Ну да, а где? В журавле, что ли? Но меня что-то волнует, это крик. Я тебя спросил, ты можешь найти ту, которая хочет стать журавлем? Меня волнует очень крик. Ты что, перешла на другую главу? Ты что, уже отсюда перепрыгнула на крик? А зачем я тебе говорю, ты найди ту, которая волнуется и хочет стать журавлем? Найди ее. Уже нет. В смысле, уже нету? Кто хотел стать журавлем? Где она? Что-то уже не могу, не чувствую я ничего такого. В смысле, ты не чувствуешь? Ты на чем-то сидишь сейчас? Да, на стуле. На стуле. А как ты узнала, что ты на стуле сидишь? Значит, есть та еще, которая знает, что хочет улететь, как журавлей. Стать журавлем. А что, журавли уже прилетели в Украину? Еще в январе летели. Я выхожу, все, всегда выйду, и журавли летят. И они мне разбивают сердце, я не знаю. Еще сичнище летели даже. Знаешь, у меня есть такой знакомый. Лучше шиза. Вот он. Готов убить человека, если тот испортит цветок или дерево. Это тоже шиза такая же. Ну, у меня не такое, другое. Ну, тоже шиза. Так называют просто. Ну, являешься ли ты этой шизой? И почему тебя журавли беспокоят? И почему ты себе не нравишься, как Олена? Много надо узнавать, чего в тебе. Распознать это все. А потом разбираться с журавлями, хочешь ли ты стать журавлем, потом мы идем. Сначала надо с собой разобраться. И что у меня тут что-то с этим? Рвотный рефлекс у меня появился от крови. 2×2=4 журавли. Журавля убили от крови животного. У меня начался рефлекс. Ты что, кровь такой пьешь? А? Ты кровь пьешь по ночам или что? Не, я думала, нет. Может, я когда-то принимала, не знаю, что-то меня... Что такое может начаться рефлекс? У меня такого раньше не было. От крови, это твое представление, что ли? Нет, а вживую. Ты пьешь кровь? Не, я прочувствовала. Но я ела мясо, когда. С кровью? Поливала кровью или как? Нет. Вареное, сырое нет. Ну, и что случилось? А как ты кровь нашла там? Ну, я видела. Я присутствовала кровь при этом. При чем присутствовала? Убитие животных. Как? Убиение животного. И что? А потом ты ела мясо через сколько времени? Не, я не ела уже потом. Мне вот запах крови, мне рефлекс рвоты. А кто тебе запретил есть мясо? Вот я не могу что-то. Ну, рефлекс же появился, он же не просто появился так. Рефлекс на кровь. Это как рефлекс на Олену. Вот ты будешь идти по городу, по селу, да, и будут кричать: «Олена, ты повернешься или нет?» Мне все равно, нет.
Нет, что значит все равно, если тебя зовут Олена и будут кричать Олена? Что тебе все равно? Ну, ты повернулся. Повернешься. Да-да, и любопытная. Да при чем здесь любопытно? Откуда ты знаешь, какую Лену зовут и кто? Если ты не видишь, а со спины кричат. Это точно такой же рефлекс, как ты сказала про кровь только что и про мясо. Значит, кто-то тебе навязал, что мясо или кровь или что-то еще нельзя кушать. Наверное, какой-то очередной хрени наслушалась в интернете. Да, у меня в мозгу крутилось, почему я ем мясо, почему я ем мясо, почему я ем мясо. И потом у меня стало такой этот фью и отвращение. Сколько ты не ешь мясо? Ну, месяц, может, два. А мясо это какое ты не ешь? Колбасу ешь? Mm-mm. Вообще мясные продукты не перестал есть. Mm-hmm. Ну окей. Посмотрим, сколько ты сможешь не есть, если я дождусь, когда ты начнешь его есть. Потому что я же не знаю, сколько я проживу. Главное, чтобы не было этой ошибкой твоей. Главное, чтобы ты это не узнала в интернете и не начало что-то с твоим телом происходить. Это как журавли. Да. И на мою родину прилетели. Там никогда не было журавлей. А ты съездила на свою родину и приехала обратно уже? Нет. Я жила раньше там, на Украине. А теперь живу тут. А эти журавли теперь там, где я. Откуда раньше ты знаешь, что они там? Потому что видео с ним сняли. Видео с моей родины. Я говорю, ты много сидишь в интернете очень. Нет. Ну. Но я не видел про твою родину журавлей. Да я подписана на него. А вы тут при чем? Ты мой родственник. Родственник. И откуда ты знаешь, что никогда не было там журавлей? Который тоже. Ты что? С создания планеты Земля ты уже живешь и видела, что там не было журавлей. Да, может, там сколько я жила, там не было, не прилетали. Я говорю, создание планеты Земля, не тебя, а создание планеты Земля. Ну это я не знаю. Тогда не утверждай, что там их никогда не было. Ну может, да, 200 лет назад там были они. Да. Я вот и спросила. Там же раньше их не было. Кого ты спросила? Того человека, которому сколько лет? Который снял видео. Сколько ему лет? 60. 60. Это никогда, это 60 лет, никогда не было журавлей. Ну, при жизни, при нашей жизни. Ну, никогда 60 лет не было журавлей. 10 лет уже, как прилетает туда. Никогда не было 10 лет журавлей там. Понял. Заканчивай историю. Да. Это как твои стены какого цвета? Теперь я знаю. Красю. Как? Ремонт делаю. Там... Ну, я говорю, какого цвета они? Белые. Белые. Вот ты покрасишь их в другой цвет. А те, кто у тебя дома не были никогда, да? И ты им скажешь, как вам цвет? А как вам тот, который был до этого? Мне не очень нравился, а вам как? Я из-за этого и перекрасила. Мне все равно. Таким все равно будет, потому что они не видели цвет предыдущий, если они никогда в доме твоем не были. А потом ты их позвала в гости уже на новый цвет посмотреть. И ты им будешь рассказывать, почему ты перекрасила стены. Им это интересно будет? Нет.
Нет, меня не волнует их мнение. Да при чем здесь их мнение? Но ты им будешь продолжать рассказывать, какой ты выбрала красивый цвет сейчас. А предыдущий был вообще некрасивый. И ты будешь им навязывать просто какую-то свою точку зрения с этим цветом, который ты рассказал. Да, глупо. Глупо, да. Вот точно так же и про журавлей. Глупо говорить и думать о них. Это просто глупо. Глупо говорить о том, что когда ты являешься человеком, я не хочу быть человеком, я хочу быть журавлем. Это вообще глупо. Это, блин, ну глупее не может быть. И так бывает. Это, блин, ну это безумие какое-то у людей. Родиться человеком, а хотеть стать журавлем. Это уже хуже, чем 2×2=4 журавли. Узнай, откуда у тебя это желание не быть собой, а быть журавлем. Почему тебе не хочется быть собой? Почему? Мне кажется, они добрые. Кажется, убирай. Журавли добрые, а тут зло. Где зло? Кадетский сад. Ты не видела, что с журавлями еще творится, и сколько они живут, и как живут, и что с ними случается? Да, я теперь похожа на своего внука 9-летнего. Но ты не видела этого, что, как они живут, но уже хочешь быть этим. Да, может, им там хуёво. Вот кушать так нечего, жабы кончились. Чем вы, блин, начали заниматься здесь? Я перестал матюкаться, вы начали матюкаться. Да, у меня мантра есть. Хуя мантра. Пи-пи-пи-пи. Нет. Там нормально. Слова. Так зачем ты сюда приходишь? Пой мантру просто про журавлей. Ну, это самое, да. И она помогает. Мне, я во всем. Ты во всем? А зачем тебе журавлем становиться, если ты во всем? Только не в себе, наверное. Ничего не в себе. Не в себе. А как ты можешь быть во всем, если ты не в себе? Но. Тогда ты уже не во всем, потому что ты не в себе. Да, так. Во всем есть, а в себе нету. Какая-то фигня получается. Да, вот именно. Задумайся. Суп не получится. Задумайся над этим. Будут пельмени с макаронами. Мне понравился. Отче наш мне понравился. Новый. Мне больше журавли. Да, про журавлей. Отче наш. Все? Конец? Все. Да. Журавлям 2×2=4 журавли. Буду хорошо спать. А так ты сюда приходишь, чтобы хорошо спать? Ну все, донейшн плати. А как ты думал, она же рассчитывается за то, что ты будешь хорошо спать. Кто хочет хорошо спать, платите донейшн. Кто не заплатит, будете очень плохо спать. Я приду, вас разбужу. И буду вам петь 2×2=4 журавли. Это будет незабываемая ночь у вас. А у Наташи все лампочки поменяю на испорченные. Чтобы она подумала, что журавли все сделали. Все, спасибо всем. До новых встреч. Дважды 2=4 журавли.
А, все, надо же выключить, блин. Журавли, блин.